Серый был самый нищий и бездельный мужик во всей деревне. Землю он сдавал, на местах не жил. Дома сидел в голоде и холоде, но думал только о том, как бы разжиться покурить. На всех сходках бывал он, не пропускал ни одной свадьбы, ни одних крестин, ни одних похорон. Магарычи никогда не обходились без него он встревал не только во все мирские, но и во все соседские после купли-продажи мены. Наружность серва оправдывала его кличку. Сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бичевой. О шапке и говорить нечего сидя в избе, никогда не снимая этой шапки, не выпуская изо рта трубки, вид он имел такой, будто все ждал чего-то. Но ему, по его мнению, чертовски не везло. Не подпадало дело настоящего, да и только. Ну а в бирюльке играть был он не охотник. Всякий, конечно, норовил охаять. «Да ведь язык-то без костей», — говорил Серый. Ты сперва дело в руки дай, а потом уж и бреши. Земли у него было порядочно. Три десятины. Но подать ей зашло за десятерых. И отвалились от земли руки у серого. По ли сдашь ее землю-то и ее матушку. В порядке надо держать. А уж какой тут порядок? Сам он сеял не больше полнивы, но и ту продавал на корню. Милое за немилое сбывал. И опять с резоном. «Дождись-ка ее, попробуй». «Все, к примеру, дождаться-то лучше», — бормотал Яков, глядя в сторону и злоусмехаясь. Но усмехался и Серый, печально и презрительно. «Лучше», — хмыкал он. «Тебе хорошо брехать. Девку отдал, малого женил. А у меня, глянь, угол-то сидит, ребятишек-то, не чужие ведь». Я вон козу для них держу, поросенка выкармливаю, тоже небось, пить есть просят. Ну, казак, к примеру, в этом деле не повинно, возражал, раздражаясь, Яков. Это у нас, к примеру, все водочки до да трубочки на уме, трубочки до да водочки. И, чтобы не поругаться с соседом без толку, спешил отойти от серого. А серый спокойно и дельно замечал ему вслед. Пьяница, брат, проспится дурак никогда. Разделившись с братом, долго скитался серый по квартирам. Нанимался и в городе, и по имениям. Ходил и на клевера. И вот на клеверах-то и довезло ему однажды. Нанялась артель, какой пристрелял серый, отделать большую партию по 8 гривен с пуда. А клевер Возьми и дай больше двух пудов. Вытрясли его. Серый подрядился машонку бить. Нагнал азотки зерна и купил их. И забогател. В ту же осень поставил кирпичную избу. Но не рассчитал. Оказалось, что избу нужно топить. А чем, спрашивается? Да нечем было и кормиться. И пришлось сжечь верх избы. И простояла она без крыши год, почернела вся. А труба пошла на хомут. Правда, лошади еще не было. Да ведь надо же когда-нибудь начинать обзаведение. И Серый махнул рукой. А решил продать избу, поставить или купить подешевле, глинобитную. Рассуждал он так. Будет в избе, ну, на худой конец, 10 тысяч кирпичей. За тысячу дают пять, а то и шесть рублей. Выходит, значит, больше полсотни. Но кирпичей оказалось три с половиной тысячи. За матицу пришлось взять не пять целковых, а два с полтиной. Озабоченно приглядывая себе новую избу, целый год приторговывался он только к тем, что были совсем не по деньгам ему и примирился с теперешней только в твердой надежде на будущую, крепкую, просторную, теплую. В этой я прямо говорю не жилец, отрезал он однажды. Яков внимательно посмотрел на него, тряхнул шапкой. Так, значит, ждешь, корабли приплывут? И приплывут, ответил Серый загадочно. Ой, брось дурь, сказал Яков. Наймись куда ни наесть. Да зубами, к примеру, держись за место. Но мысль о хорошем дворе, о порядке, о какой-то ладной настоящей работе отравляла всю жизнь серому. Скучал он на местах. Она, видно, работа-то не мед, говорили соседи. Небось, была бы мед, как бы хозяин попался путный и Серый вдруг, оживившись, вынимал изо рта холодную трубку и начинал любимую историю. Как он, будучи холостым, целых два года честно-благородно отжил у папа под ельцом. «Да я и сейчас поди туда, с руками оторвут», — восклицал он. «Только слово сказать. Пришел, мол, папаша, поработаться на вас». «Ну, к примеру, и шел бы». «Шел бы». «Когда у меня детей целый угол сидит, Вестимо, чужую беду, руками разведу, а тут человек без толку пропадает. Без толку пропадал серый и нынешний год. Всю зиму с озабоченным видом просидел дома. Без огня, в холоде, в голоде. Великим постом пристроился каким-то манером к Русановым под Тулой. В своих-то местах его уж не брали. Но не прошло и месяца, как осточертила ему русановская экономия хуже горькой редьки. «Ой, малый», — сказал раз приказчик, — «насквозь тебя вижу. Продираешься ты лыжи наладить. Забирайте, сукины, дети денежки вперед, да и норовите в кусты». «Это, может, бродяга какой такой норовит, а не мы», — отрезал Серый. Но приказчик намека не понял. И пришлось действовать решительнее. Заставили раз серого навозить к вечеру хабатья для скотины. Он поехал на гумно и стал навевать воз соломы. Подошел приказчик. Разве я тебе не русским языком сказал хоботью накладать? Не время его накладать, твердо ответил серый. Это почему? Путные хозяева хабатью в обед дают, а не на ночь. Да ты-то что за учитель такой? Не люблю морить скотину. Вот и учитель весь. А везешь солому? На все время надо знать. Сию же минуту брось накладывать. Серый побледнел. Нет, дело я не брошу. Дело мне нельзя бросать. Дай сюда вилы, собака, и отойди от греха. Я не собака, а хрещеный человек. Вот отвезу и отойду, и совсем уйду. Ну, брат, навряд. Уйдешь до скорости и назад, в волость припрешь. Серый соскочил с воза, бросил вилы в солому. Это я-то припро, Ты-то. Ой, милый, не припри ты. А вот и за тобой знаем, тоже, брат, не похвалит хозяин. Толстые щеки приказчика налились сизой кровью. Белки выпучились. А, вот как, не похвалит. Говори же, когда такое дело, за что? «Мне нечего говорить», – пробормотал Серый, чувствуя, что у него сразу отяжелели ноги от страха. «Нет, брат, брешешь, скажешь». «А куда мука одевалась?» – внезапно крикнул Серый. «Мука? Какая такая мука? Какая?» «Сляпая, с мельницы». Приказчик мертвой хваткой сгреб Серого за ворот, за душу, и на мгновение оба замерли. «Ты что же это, запельки хватать?» – спросил Серый спокойно. Задушить хочешь? И вдруг яростно завизжал. Ну бей, бей, пока сердце кипит. И рванувшись, вырвался и схватил вилы. Ребята, заорал приказчик, хотя кругом никого не было. За старостой. Прислушайте, он меня заколоть хотел, сукин сын. Не суйся, нос сшибешь, сказал Серый, держа вилы наперевес. А вось не прежнее вам времечко. Но тут приказчик размахнулся, и Серый, торчмя головой полетел в солому. Все лето Серый сидел опять дома, поджидая милостей от думы. Всю осень шатался от двора к двору, надеясь пристроиться к кому-нибудь едущему на клевера. Загорелся однажды новый омет на краю деревни. Серый первым явился на пожар и орал до сипоты, опалил ресницы, промок до нитки распоряжаясь водовозами, теми, что кидались с вилами в огромное розово-золотое пламя, растаскивали во все стороны огненные шапки и теми, что просто метались среди жара, треска, льющейся воды, гамма, наваленных возле изб икон, кадушек, прялок, попон, орыдающих баб и сыплющихся с обгорелых лозин черных листьев. Как-то в октябре когда после проливных дождей и ледяной бури застыл пруд, и соседский Боров соскользнул с мерзлого бугра, проломил лед и стал тонуть, Серый первый со всего разбега шарахнулся в воду спасать. Боров все равно утонул. Но это дало Серому право прибежать с пруда в людскую, потребовать водки, табаку, закуски. Сперва он был весь лиловый зуб на зуб не попадал, еле шевелил белыми губами, переодеваясь во все чужое, в Кошелево. Потом ожил, захмелел, стал хвастать. И опять рассказал о том, как он честно-благородно служил у папа и как ловко выдал прошлый год свою дочь замуж. Он сидел за столом, с жадностью жевал, заглатывая брусочки сырой ветчины и самодовольно повествовал. Хорошо. Снюхалась она, матрюшка-то, с Егоркой с этим. Ну, снюхалась и снюхалась. Нехай. Сижу как-то под окошечком, вижу. А раз, Егорка прошел мимо избе. Два. А моя все нырь да нырь к окошечку. Значит, обдумали дело, думаю себе. И говорю бабе. Ты тут нормочку скоти не дай, а я пойду. На сходку повещали. Сел за избой в солому, сижу жду, а уж снежок первый напал. Вижу опять снизу крадется и горка, а она и вот она. Зашли за погреб, потом шмык в избу, в новую, в пустую рядом. Подождал я сколько-нибудь? История, сказал Кузьма и болезненно усмехнулся. Но серый принял это за похвалу, за восхищение его умом и хитростью и продолжал, то возвышая голос, то едко понижая его. «Стой, слухай, что дальше-то будет». «Подождал, говорю, сколько-нибудь, да за ними». Скочил на порог, прям на ней и прихватил. Перепужались они до страсти. Он, как куль, на земь с нее свалился, а она обмерла, лежит, как утка. «Ну, — говорит, — бей меня теперь. Это он-то». «Бить, — говорю, ты мне не нужен он под девочку его взял пинжачок тоже оставил в одних подштаниках почесть в чем мать родила ну говорю ступай теперь куда хочешь а сам домой смотрю и он сзади идет снег белый и он белый идет сопит деться то некуда куда кинешься а моя матрена миколаевна как я только из избе в поле Закатилась, на силу соседка под самым басовым за рукав поймала, ко мне привела. Дал я ей отдохнуть и говорю: мы люди бедные, а и нет? Молчит. Мать-то у тебя убогая, а и умная? Опять молчит. Как ты нас оконфузила, а? Ты что ж полон угол мне их нашвыряешь, выблетков то своих, а я глазами моргай. Ну и зачал ее лудить. Был у меня тут кнутик похоженький. Просто сказать, всю пояснику ей изрубил. А он сидит на лавке, голосит. Взялся потом за него, за голубчика. «И женил?» – спросил Кузьма. «Вона!» – воскликнул Серый и, чувствуя, что хмель одолевает его, стал сгребать с тарелки куски ветчины и пихать в карманы порток. Еще как свадьбу-то сыграли. На расходы я брать жмуриться не стану». «Ну и рассказ», – долго думал Кузьма после этого вечера. «А погода портилась?» Писать не хотелось. Тоска усиливалась. Только и радости, что явится кто-нибудь с просьбой. Приезжал несколько раз гололобый из Басова. Совершенно лысый мужик в огромной шапке писать прошение на свато переломившего ему ключицу приходила вдова бутылочка с мыса писать письма к сыну вся в лохмотьях вся мокрая и ледяная от дождя начнет диктовать в слезы город серпухов при дворянской бане дом желтухин и заплачет ну спрашивает кузьма скорбно кося брови по стариковски глядя на бутылочку поверх пенсне. Ну, написал. Дальше что? Дальше-то, спрашивает бутылочка шепотом и, стараясь овладеть голосом, продолжает. Дальше-то пиши касатик поскладнее. Передать, значит, Михаилу Назарычу Хлусову в собственные руки. И продолжает. То с остановками, то совсем без остановок. Письмо милому и дорогому сыночку нашему Мише, что ж ты, Миша, про нас забыл? Никакого слуху нет от вас. Ты сам знаешь, мы на хватере, а тепереча нас сгоняют долой. Куда ж мы тепереча денемся? Дорогой наш сыночек Миша, просим мы за вас ради Господа Бога, чтобы вы приезжали домой как не можно скорее. И опять сквозь слезы шепотом. Мы тут с вами хоть землянку выкопаем, и то будем в своем угле. Бури и ледяные ливни, дни, похожие на сумерки, грязь в усадьбе, усеянная мелкой желтой листвой акацией, необозримые пашни и озими вокруг дурновки и без конца идущие над ними тучи опять томили ненавистью к этой проклятой стране, где восемь месяцев метели, а четыре дожди, где за нуждой приходится идти новорог или вишенник. Когда завернула ненастья, пришлось гостиную забить наглухо и перебраться в зал, чтобы уж всю зиму и ночевать в нем, и обедать, и курить, и проводить долгие вечера за тусклой кухонной лампочкой, шагая из угла в угол в картузе и чуйке, едва спасавших от холода и ветра, дувшего в щели. Иногда оказывалось, что забыли запастись керосином. И Кузьма проводил сумерки без огня. А вечером зажигал какой-нибудь агарок, только для того, чтобы поужинать картофельной похлебкой и теплой пшенной кашей, что молча с строгим лицом подавала молодая. «Куда бы поехать?» – думал он порою.